Привет, канал Суперкива! Сегодня у нас крутой чипсы челлендж! Мы делаем вызов чипсам! Но мы не просто попробуем их на вкус. Мы проверим, какие сделаны из картошки, а какие... Из картофельного теста! Из теста слеплены, да, крахмального. Картофельно-крахмального. Мы выбрали 4 вида чипсов. Чипсы Лейс у нас с сыром. Своя линия. Своя линия со сметаной, с зеленью, солью чипсы. И Честер с томатами. Да, от Флинт, от торговой марки Флинт. Ну что ж, будем открывать. Чтобы проверить, какие сделаны из картошки, а какие из крахмала, нам нужно каждую чипсину положить в стаканчик и залить кипятком. Ну, не так быстро, надо будет помешать. Заливай все водой. Теперь возьмем ложку. Ну, все хорошенько перемешаем. Хорошо, хорошо, мешай. И это чипсовая тряпочка. И это чипсовая тряпочка. Мне вышли чипсовые тряпочки. Хорошо, хорошо, надо мешать. Хорошо, хорошо. Хорошо помешать, перемешать и оставить в кипятке. Ложкой не продырявливай. Ну все, оставим на несколько минут. Мне вышло из чайной вышла столовая ложка. Ага. Оставим на несколько минут и посмотрим, что получится. Прошло 5 минут. И пора проверять наши чипсы. Посмотрите, в первом стаканчике. Я мы были солью, растворили, превратились в кашу нашу. Да, чипсина полностью, но она не растворилась, она превратилась в такую какую-то кашицу непонятную и осела на дно. Мама, наша, да, то есть полностью вот тут вот у нас нету формы чипсины, картошки, нету круглой формы. У нас какой-то вот такой вот осадок белый просто выпадает и все в воде. Дальше во втором стаканчике. Во втором стаканчике у нас чипс стал тоненьким. Но держит свою форму, он не растворился. В третьем стаканчике, там где у нас чипсы Лейс, тоже у нас держит форму. Да, у нас немножечко картошка порвалась, но такой осадок не выпало. Угу. Не превратилась в кашу. И в чипсы Честерс тоже у нас в осадок не выпадает. Тоже картошечка порвалась немножко, стала очень тоненькой. Но видно, что сделано из картошки. Да. Значит, мы можем сделать вывод, что у нас чипсы Честерс Лейс и своя линия со сметаном и зеленью сделаны из картошки. А с солью они у нас сделаны из теста. Главное, тоже своя линия. То же самое, что и это, но это хорошо, а это... Да, а теперь еще осталось попробовать на вкус. Чем же отличаются чипсы? Как отличаются на вкус чипсы из картошки и чипсы из теста? Попробуй. Как тебе?
Ага. Тоненькие, хрустящие, и одни, и вторые, да? Тебе больше нравятся томатки? И осталось продегустировать с солью наши из теста. Они более толстые, да, такие какие-то более толстые. Те с картошечки они потоньше. Да, и на вкус они никакие. Они вообще не вкусно. Не стоит их покупать. Они вообще не вкусные. Лучше брать из картошки. Вот так, ребята, вы можете проверить любые свои любимые чипсы, с чего они сделаны, с картошки или из теста. И производитель подсунул подделку. Уже, да. Если вам понравился наш эксперимент, ставь лайк и подписывайся на канал Супер Тима. Пока-пока. Пока. Мы снимем много всего интересного. Да. Я пошел кушать.